Сейчас я покажу задание на первый отборочный этап Всероссийской паркур-лиги. Первое задание мы будем делать — прыжок с места. С приземлением, не заступая за вот эту линию. Сейчас Влад вам продемонстрирует. Итак, второе задание – это манки через трапецию. Нужно улететь дальше, чем 130 сантиметров пятками. И вон это три попытки. Вот, то есть он сдал, молодец. Третье упражнение, задание, которое будет – это кэтлип с места. Вот, с этой ступеньки. Ну, это мы сейчас здесь делали. Нужно запрыгнуть в кэтлип. Держаться только руками и носочками, не касаясь коленями и ничем другим, и провисеть так 20 секунд. Время пошло, отдаем 2. Я только на руках лежу. Ноги дрожат. Ну тебе, наверное, не обязательно за время следить, ты все равно провисишь. Вот, он должен провисеть 20 секунд. Ну что, можно это просто на руках повешу? Не, нельзя касаться только ногами и пальцами. Все, 20 секунд прошло. Четвертое задание будет у нас со скакалкой. У нас скакалки нету, поэтому мы сейчас придумаем что-нибудь оригинальное. Я уже по ходу придумал. Так, задание заключается в том, что за 20 секунд атлет должен выполнить количество прыжков в зависимости от своего возраста. Сейчас посмотрим, сколько сможет сделать Влад. Влад, ты готов? 3. Пятое задание – это аджимани, касаясь грудью вот этого мячика, замечательного, великолепного. Мы его кладем сюда, руки у нас здесь. Ой. Это рубрика «Сдохни или умри». Ну, успел вроде так. Оказывается, это самое сложное задание из всех. Последнее упражнение. Мне оно очень интересно, как будет проходить на примере Влада. Нужно сбегать туда. То есть вот от этой стены начинает. Перепрыгивает через вот эту метровую трапецию. Касается этой трапеции, бежит обратно. Возвращается, касается. Бежит опять туда, возвращается. 3. И еще один раз. Быстрей, 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 быстрей! Ну, возможно, я нажал поздно, но прям... Так что приходим на тренировки, тренируемся, и 13 мая будет отборочный тур, где вы сможете проверить и показать свои возможности.